Привет, друзья! С вами Ух ты кухня! Смешала две крупы и получились очень вкусные постные котлеты. Делюсь с вами рецептом. Все проще простого. Сковородку на огонь. Немного растительного масла. Пусть греется. А я пока беру одну крупную луковицу и нарезаю. Грубо нарезаю. Все равно будем ее измельчать. Ничего не жду, выкладываю в сковородку. Немножко соли. Перемешиваю и обжариваю до мягкости и легкой румяности. А я пока первую крупу солью. Чечевица. У меня красная. Можно использовать и зеленую. Я ее заранее хорошо помыла. Раз 5-6 меняла воду. А затем залила водичкой и оставила на 2-3 часа. Сливаю. Она нам нужна сухая. Первая крупа готова. А вторую достану из холодильника. Она у меня уже сваренная. Угадайте, что это? Угадайте. Оп! Это, друзья, самая обычная гречневая каша. Следим за луком. Лук уже стал немного подрумяниваться. Можно выключать нагрев. Он дойдет. А я тем временем могу измельчить крупу. Беру блендер. Так как он у меня маленький, буду делать это несколькими этапами, друзья. Чечевица. Накрываю, и можно измельчать прямо в пюре. Кашицу перекладываю в мисочку и продолжаю, друзья. Чечевица. Можно сюда же и гречку. Уже перемешали. Да, что там? Граммов 200 гречки отварной понадобится. Накрываем. Измельчаем. О, готово. И сюда же. И продолжаю. Чечевица. Лук. И также для сочности добавлю одну небольшую сырую луковицу. Лука много не бывает. Это вам говорит человек, который его вообще не ест. Вот так вот. Но с ним же все-таки вкуснее. Измельчаем. Ну, я думаю, готово. О. Сочная получилась жижа. Перекладываю в миску. Уже, друзья, вкусно пахнет. Лучок дает о себе знать. Да, ну еще, конечно же, сырое. У меня здесь получилось примерно 700 граммов смеси. Добавляю зелень. У меня укроп из морозилки. Конечно, свеженькая будет намного ярче. Но все же спасибо и за это, друзья. Сюда же 2 столовых ложки панировочных сухарей. Можно заменить на муку. Любую, кукурузную, пшеничную, какую любите. Из специй добавлю 1/2 чайной ложечки сушеного чесночка. Чайную ложечку хмели сунели, чайную ложечку красной сладкой паприки и соль по вкусу. А перец где? И черный молотый перчик, друзья. Ты что, без перца хотела? Забыла. Видишь, какой ты хороший у меня помощник на кухне. Все. Нужно все хорошо перемешать. Все, друзья, фарш готов. Вот такой он получается. Можем ставить сковородку на огонь, растительное масло, немножечко, пусть хорошо нагреется. А я пока котлеток налеплю. Беру доску, мисочку с водичкой, немножко смачиваю руки, совсем чуть-чуть. Беру часть фарша и лепим котлетки. Ты любишь вот такие, да? Конечно, продолговатые. Котлеты должны быть котлетами. Ну вот, такие тебе пойдут? Да. О, слава Богу. Выкладываю на доску и продолжаю. Пока сковородка нагреется, я их быстренько наляпаю. Прекрасно держат форму. Руки я больше не смачивала. Все по красоте. Так. Какие красивые. Угу. А какие же они вкусные и полезные. Чечевица – это белок. Проверяю, нагрелась ли сковорода. Как только пошли бульбашки, видно дуло лопаточки, видно, да? Видно. Ага, значит масло нагрелось.
Убираем. Немножко покручу, потому что у меня здесь не слишком много масла. И выкладываю котлеты. Ой, какие красивые. Зашкварчали. Как-то по-новому хочу выложить. Котлеты обжариваю с двух сторон до румяной красивой корочки. Нагрев под сковородой чуть ниже среднего. А я продолжу. Из этого количества ингредиентов получилось 14 небольших котлеток. Вот такие вот, друзья. 7 тебе, 7 мне. Запомнил? Ну что, готовы увидеть шедевр? Конечно, готов. Это настолько красиво сейчас будет, поверьте. Берем и переворачиваем. Посмотрите, какие они румяные. Они прекрасно держат форму, даже без яйца. Аромат на кухне стоит потрясающий. Корочка хрустящая. Сейчас накрою крышкой, чтобы котлеты в середине тоже хорошо приготовились. А на гарнир что? Гречка? Да. Еще гарнир им подавай, друзья. Котлетка со сметанкой или с каким-то соусом. Капусту могу. Я их за раз съем. Ну а зачем их? Зачем их долго? Их так приготовили, съели с пылу жару и все. Поблагодарили и забыли. Это не те котлеты, которые должны неделю стоять в холодильнике. Смотрим, что у нас здесь. Опа! Класс! А у нас здесь... Класс! Да, у нас здесь красота. Можно еще перевернуть один разочек, чтобы наверняка все пропеклось, прожарилось, друзья. Еще на пару минуточек. Ты дразнишься или как? Да. Нагоняем аппетит. Так я же все съем, все 14. Ну и на здоровье, Сережка. Ну мне одну оставь, я же тоже хочу. 13. Вот, молодец. Все, друзья, не буду томить своего мужа. Достаю котлеты. Какие прикольные, да? И продолжаю. Масла больше добавлять не буду. О, пусть жарится. А давай попробуем, мне уже не терпится. Конечно, давай. Друзья, котлеты немного остыли. Беру, ой, такая хрустящая корочка. Разламываю. Посмотрите, что в серединке. Да никто не скажет, что это котлеты не из мяса, да? Угу. Так давай попробуем. Я хочу со сметаной. И в рот. Хрустящая корочка получилась, осталась даже. Они чем-то напоминают рыбные котлеты. Интересный вкус, друзья, попробуйте. Давай, хотя бы... попробую. На, ну ты уже ел, попробует он. Он уже, мы не первый раз уже это готовим. А это что у нас? Ой, а это, не поверите, сегодня никто не захотел идти за хлебом. Пришлось доставать из копилки старый рецепт и делать вот такие вот пышки на кефире. Посмотрите, какая красота. Такие прям пористые, пышные. Уф. Класс. Сережка, тебе к котлеткам. А я прямо взяла одну вот так вот. Одну съела, пока ты спал. В сметану. Сверху сахарком притрусила. И с зеленым чаем это... Как в детстве. Это холодное, да. Да-да-да, холодненько бери. Вообще класс. Это реально как будто... Рыбные. Да, рыбные и икра напоминает мне. Хруст вот этот, да, корочки, как икринки. Да, вообще класс. Прикольно, да. Ой, эти вообще прям такие пропарились. Такие прикольные. Сало еще можно добавить. Точно. Для сочности будет еще вкуснее, Сережка. В следующий раз добавим сало. Но это уже будут не постные котлеты. Кстати, друзья, хочу заметить, и кухня чистая, гари нету, плита осталась чистой. Так что, Сережка, у тебя сегодня мини-выходной. Печку мыть тебе не придется. Да, а с утра кто убирался в доме? Ты. Ну так. Мы снова приехали на красоту посмотреть. Посмотрите, уже даже синенькие пролески расцвели. Их тут так много. Лаки, вперед, ищем черемшу. Опа. Погнали. А как здесь пахнет? Это что-то. Как же здесь пахнет. Вот такие вот цветочки порасцветали. Эти я знаю, это пролески, лаки. Что ты хочешь? Цветы есть. Успокойся. Какие красивые. Сколько здесь красавиц.
птицы как поют. Пошли черемшу искать? Слушала, прислушала. Пошли черемшу искать? Ну да, пойдем. Че, сейчас тут я не вижу черемши. А вон она, под всеми этими. Смотри, сколько у тебя под... Смотри же. Вот это есть черемша? Конечно, молоденькая. Да, она. Все тогда? Да. Пакет тебе держит, помогает. Молодец. Помогает, пакет носит. Кстати, там столько рецептов в комментариях люди поделились, Сережка. Можно и пирожки, и вареники, и ой, все что угодно с него. Лаки! А Лаки кайфует, да? Лаки, все так волнуются, как же ты, клещи. А у нас все хорошо, у нас, во-первых, прививку мы ему делаем, а во-вторых, у нас есть такая таблетка, один раз в месяц даем, и целый месяц мы спокойны. Они просто, ну... Отсыхают. Да, засыхают и отпадают. То есть, ну, мы знаем, мы еще на Мане этому научились. Лаки! Красота! Ай-тя-тя. Скажи, ой, как хорошо! Пешком назад побежишь, как в тот раз? Ага, Сережка, тебя там чуть за лаки не это, не залакали тебя чуть. Пошли, мой хороший мальчик, пойдем. Ой, раздолье, ой, радости сколько. Да? И сразу до машины заметь бежит. Ну да. После того раза запомнил, да, что с папой шутки плохи. Ага. Все, поехали, садитесь. Поехали, Лаки, ко мне. Лаки. Ко мне. О, видишь, сразу знает, куда бежать. Молодец, сидеть. Ну все, поехали.